спортивные игры, мастер-классы по плетению сетей, культурные мероприятия. В парке «Патриот» встретились юноармейцы со всей России. Здесь прошел форум «Юнармия. Семья», который посвятили 7-летию всероссийского движения. Также со сцены ребят поздравили от имени министра обороны Сергея Шойгу. За это время организация стала большой и дружной семьей. Объединила почти 1,5 миллиона талантливых, энергичных, целеустремленных ребят со всех уголков России, настоящих патриотов нашей Родины. Вами реализовано множество интересных проектов, проведены сотни мероприятий и акций, соревнований и конкурсов, экспедиций и смен в юнармейских лагерях. Юноармейцы учатся оказывать первую медицинскую помощь, разбирают и собирают оружие, осваивают огневую и строевую подготовку. Также находится и место для творчества. Ребята пишут сюжеты, сценарии и участвуют в организации мероприятий. Вчера проходила у нас ярмарка мастер-классов в рамках форума «Юнармия. Семья». И ребята там учились нескольким основам. Это плетению маскировочной сетки для участников спецоперации. Также они делали блиндажные свечи. Также в рамках акции поддержки участников спецоперации учились управлять дроном, проходили полосу препятствий на батутах. Лучших представителей движения наградили и вручили им медали «Юноармейская доблесть». На сцене для ребят выступили приглашенные артисты, но и юноармейцы не остались в стороне, подготовив творческие номера. Вообще в юнармии более 1 миллиона участников, на данный момент уже 1 300 000, если не ошибаюсь. Вот эти ребята – это будущее нашей страны. Вступить в ряды юнармии может любой школьник в возрасте от 8 до 18 лет. Для этого нужно обратиться с заявлением в штаб по месту жительства. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».